хочу не хотеть, мы больше не те. Ну что, понеслась, друзья. Его я развею, как дым, круги на воде, немного на дне, и след от губной помады. Мне лучше не знать про мокрый асфальт и про миллион входящих. И я не со зла, мне просто нельзя. Эй, о нем вспоминать почаще. Красивая. Не бывает поехали, без катан. Него и с ним. Я все время где-то возле, а я разделила свои сны поровну на то и после. Сухое горчит, а сердце стучит, уже не о нем почти что. Все, что не забыть. Черный сливается забить, с черной футболкой. Хотел фирменный скотч, настоящий такой же. Не оторвало. Но видите, он сливается с футболкой. Я попробую прозвать. Йоу, а с вами Фреглы, мы начинаем веселиться вместе с Фреглами. Это просто бомба. Давно мы не привязываем никого скотчем. Так, ставлю крючок от радужного. Катя, как тебе? Как тебе? Тебя никто никогда не привязывал скотчем к креслу? Нет? А чего? У тебя никогда не было ролевых игр? А, ты не можешь сказать... ты не можешь сказать, потому что сейчас у тебя... Сейчас мы тебе еще рот заклеим, подожди. А мы сейчас следующий донат поставим. Заклеить рот. Алло, я здесь. Не, по-моему, неплохо. Кать, у тебя нормально получается. Меня так давит. Ты скоро Андрюшу переплюнешь. Переплюну? Переплюнешь. А Андрюша сломался, знаешь, на чем? Когда мы ему... скотч на брови лепили. Он сломался на этом. Он сказал нет. Ой, брови мои, брови. Я, походу, я следующий буду. Так, ну что, Катюша, ты не опаздывай. Я включаю трек от Радужного специально. Ну вот он тут написал какой-то... Какой-то... Я так его не спою, Радужный. Я убью тебя, падла. Причем самое интересное, что Радужного. Мотал-то я ее. Песня... Трек от Радужного понеслась. И что, мне танцевать, Радуга? Нет, это надо... Ля-ля-ля. Наверное. Сейчас я сначала, блин, что глючит. О май гад. Грудочки мои сжимают. Камень прямо пипу беречу. Камень прямо пипу беречу. Выпустите меня. Камень прямо пипу беречу. Камень прямо пипу беречу. У меня голова кружится, я никогда не буду космонавтом. Я вестибулярный аппарат слабый. Радуга. Радужная ты, Радуга. Я точно как в космосе, ребята. Ой.
все лепить. Я как муха попала на скотч. Знаешь, специальный такой клей, липкий для мух. Ну, головой кивать, потому что волосы прилипли. Радуга с тебя парик. Comments about my people that ain't true, ain't true, ain't true. Comments about some people that ain't you, ain't true, ain't true. Comments about some nonsense that you speak with confidence. The people who support you, now you got them crazy too. That ain't right. Я как сумасшедшая. Клиника, клиника. Палата номер 6. Могу только пальцами танцевать. Раника, осталось ноги еще замотать. Нет. Да. Блин, all нормальный right. Трючок. Так, ну что, Кать, попробуешь теперь спеть? Что тебе включить? А ты же не можешь включить, а да? Я же не могу. Проси а меня. Ну, включай, вот мой ноут, включай. Проси меня, чтобы я тебе что-то включал. Саш, включи, пожалуйста, мне песню. Так, какую? Сейчас тебе скажу. А ты не можешь, да? Ты меня нет, просишь? Нет, конечно. А почему я ногами не умею клацать. Это из-за Радика я ты не можешь? Я могу попробовать, конечно. Не, а ну давай, не смогу. А ну попробуй ногами. Слушай, да а я не смогу, только чтобы я удалила всю информацию. А ну привстань, сейчас мы выше как тебя поставим. Как я привстану? Слышишь, привязал меня, говорит, привстань. А ты не можешь привстать? Ты даже привстать не можешь, да? Конечно. А ну сейчас. Что ты делаешь? А что это будет? Будет все четко, ты не переживай. Так, сейчас, друзья мои, сейчас Катя будет ногами включать трек. Да я не смогу. Как ты не сможешь? Потому что, Саня, я даже отсюда ничего не вижу. Не вижу ничего. Сейчас, подожди. Не, Сашка, сейчас тут все наклацаю, не. Не прощу тебя никогда. Ни за что. Все, нашей дружбы. Дружбе конец. Бе. Давай, Катя. Что тебе давать? Ты сейчас будешь песни искать ногами. Я пробуй. Ничего, да как я буду ногами искать? Ну попробуй. Да не гони. Вот, ничего не вижу. Сейчас, подожди. О. Включи мне песню. Не бачу ничего. Ничего не вижу. Ну давай. Что тебе дать? Да не видно, Санька. Вообще. Ну как ты, веди пальцем. Так я веду, вот нажала. Ну хоть убую включай. Вот и как. Давай, Enter, Enter. Дави Enter, блин, ты шо? И что да, дальше? Я, ничего... я даже не вижу, что я включила. Так... А ну подскажи. Я вижу, давай, включай. Вот эту давай. Вот это хорошее будет. Где? Не прости, а проси. Где? Вот эту вот любую давай. Так ты выключил звук оттуда. Какой звук? Звук ты вырвал шнур. А, точно, я звук вырвал сейчас. Что тут вообще за песни? Так, аккуратненько мне. Это у тебя? Угу. Тише, мне звонят. Не-не-не. Кто там звонит? Саша. Не. Это жесть, наверное, будет или нормально все. Фу,
Фу, я уже устала, ребята. Так, все, включаю. А что включаю, не вижу. Давай, любой трек, поехали. Поехали, поехали. А что здесь? Я вообще ничего не вижу. О! Под Новый год. А студио две половинки? Ну ладно, включи мне слова. Капец. И ревера немножко добавил. Всех с наступающим Новым годом! У-у-у! Давай, встречай Новый год по старой привычке, желание, признание в любви, яркие на небе огни. Вот-вот придет и уйдет на том свете. Это придумал кто-то до нас. Мы скажем еще не раз друг другу 100 000 пламенных фраз. Две половинки сердца бьются, сольются в ночь под Рождество. Как большинство, это оно. То строчки в точке на листочке в душе рождаются. Это они, знаешь ли ты? Мечтай и знай, что судьбу мы в мыслях рисуем. Подумай, подумай о том, как счастливы будем вдвоем. Лети, как снег, и пари, как снежинка, эту картинку запечатлю. Я очень тебя люблю, тебе новогоднюю ночь я дарю. Две половинки сердца бьются, сольются в ночь под Рождество. Как волшебство, это оно. Как песня строчки на листочке, в душе рождаются мечты. В них только мы, знаешь ли ты? Офигеть, конечно, я сегодня на стрим попала. Папандос. Гребаный кокос, или как это? Две половинки сердца бьются, сольются в ночь под Рождество. Как волшебство, это оно. Как песни строчки на листочке, в душе рождаются мечты. В них только мы, знаешь ли ты? Ох, радушный тебе капец. Это была песенка от Катерины. Катя, ну что там в скотче, как дела? Трудно, мне трудно дышать. Трудно мне дышать. Трудно говорить. Ну это, что, молчать? Это все Радужный виноват, да? Я его убью, собаку сутулую, я отвечаю. Я понял. А вот где...